приключения пони и динозавров. Серия 22. Непрерывная борьба за территорию. Друзья, наступают трудные времена. Каждый хищник борется за территорию. На кого он будет охотиться, от того зависит судьба Дайвы. Смел. Да. Ты будешь охотиться в долине мхов. Очень хорошо. Там очень вкусные бегают всякие животные. Так, водный дракон. Будешь охотиться около реки Мур. Ой, там много рыбки, здорово. Что, Патя? А ты? Будешь охотиться, где охотился раньше? Тирекс. В долине мхов? Да. А ты, Тирекс, будешь охотиться в долине антилоп. Там много всяких сочных антилоп. А что касается тебя, Драко, тебя и твоей семьи, ты будешь охотиться в долине вкусных, сочных бизонов. Там их очень много водится. Хорошо. Спин, ты очень справедливо распределил территорию. Хорошо. Спин. Думаю, мы все будем довольны. Спины, твои друзья, вы должны охотиться каждый на своей территории. Да, хорошо, Спин. Да, спасибо, мистер Спин. Хорошо. Мы согласны, мистер До Спин. До свидания. Молодой Зора потерял. Какие хрустящие кости у этого Зора, спасибо. Это моя территория. Почему это твоя территория? Ты сегодня не был на распределении территории. Было твое, стало мое. Ничего подобного. Это моя территория. Ее распределил сегодня мистер Спин. А ты убирайся отсюда по-добру, по-здорову. Да как ты посмел, а? Это мой труп за ура Посейдона. Нет, это я его поймала. Ты вообще такое не ешь. Ем. Одни мухи твоя еда. Иди отсюда, мухоед несчастный. Ем. Неправда. Съем. Аврора, помоги мне тут распределиться. Ну, что тут у тебя случилось, Спин? Этот мерзкий паукашка говорит, что это его территория. Неправда. Мы сегодня были на распределении территории, а тебя не было. Неправда. Это моя территория. Ну вот еще один претендент. Это моя территория. Мне ее мистер Спин сегодня присудил. Нет, и вам здесь не место. Я очень Я вас сейчас тепловым лучом. Все, змеи больше нет, она нам больше не конкурент. Это моя территория. О, господи, ты еще откуда взялся? Я тебе динозавр, ищу себе жертву. Ну, поищи ее в другом месте, это моя территория. Я на ней охочусь, и жертва, которую я поймал, моя. Моя. Ты ее не ловил? Моя. Не ловил. А я говорю, моя. А я говорю, моя. А я говорю, моя. Кто тут обижает моих друзей? А ты что, на мою территорию? Это не твоя территория. Чего ты взял, что это твоя? Остановите их кто-нибудь, они друг друга просто поубивают. Ну, тут без мистера Спина не обойтись. Вот бы он сейчас пришел. Так, змея, паук, телезий-динозавр. Что тут у вас случилось? Да вот, змея, паук и телезий-динозавр претендуют на территорию, которую вы распределили Спину. Они говорят, что это их территория. Придется делать передел. Так, паук,
Ты будешь охотиться в долине гигантских мух. Очень хорошо. Так. Мне это очень подходит. А ты, змея, будешь охотиться в долине пятницких завров. Там много всяких живностей. Хорошо. Есть динозавр, а ты будешь охотиться в долине гигантских пауков. Хорошо. Вот совсем пока.